Чек, чек, Вермайл, чек. Чек. Нет, нет, мы не отойдем у нас. Извините, конечно, на территории Азербайджана. Вам, вы ведь гражданин России, верно? Вот как бы себя ощущали вы, если на территории России вам бы не разрешали пройти на какую-то территорию? Вот честно. Представьте, что вы из какого-то города, верно? Смоленск, Брянск, Москва, Нижний Новгород, я не знаю. Вот представьте, что вам не разрешают туда пройти. Как вы себя чувствовали бы? Разве это нормально? Я даже сейчас вот не вдаюсь в политические моменты и так далее, да? То есть, кто там находится, как там находится. Чисто по-человечески. Вот